По состоянию на 1 декабря 2023 года АО «Аграрная кредитная корпорация» от казахстанцев поступило 7500 заявок на получение льготных микрокредитов под 2,5% годовых, предоставляемых молодежи для реализации предпринимательских инициатив. Всего в течение 2023 года планируется выдать почти 6000 кредитов. Уже одобрено почти 5000 кредитов. Размер микрокредита может составлять до 5 миллионов тенге. Максимальный срок участия от 5 лет на любые цели и до 7 лет для проекта в сфере животноводства. Номинальная ставка вознаграждения не более 2,5% годовых. Наибольшее количество заявок на получение микрокредитов поступило в следующих регионах. В Туркестанском – 1014, Жамбылском – 786, Кызылординском – 642, город Астаны – 548, и города Шымкент 498. Решением конкурсных комиссий одобрено 5496 проектов. На реализацию 5068 из них уже выданы кредиты. Среди получателей льготных кредитов преобладает сферы животноводства, предоставления услуг, торговли, растениеводства и легкой промышленности. Напомним, микрокредиты выдаются для открытия или расширения своего дела молодым людям в возрасте от 21 года до 35 лет, при условии наличия регистрации в качестве индивидуального предпринимателя со сроком не более 5 лет. При этом возраст участников учитывается на момент обращения с заявкой в акционерном обществе «Аграрная кредитная корпорация». Аружан Жиренбаева, Диана Блязис, Новости.